Сьомий канал. Ви дивитесь головне ток-шоу «Півдня України. Прожектор». З вами Анна Полякова та Євген Салтан. Будівельне свавілля під час карантину – тема сьогоднішнього ефіру. І ми вже готові запросити гостей з сьогоднішньої студії. Павло Кириленко, голова обласної організації ВО «Свобода». Павле, чекаємо вас. Також запрошуємо у цю студію Артема Каспаряна, члена команди волонтерського руху «Спільна мета». А також запрошуємо Лілію Леонідову, депутатку Одеської міської ради. І запрошуємо до цієї студії Ірину Тодорич, адвокатку. Також до цієї студії долучається народний депутат України Микола Скорик. Чекаємо вас, пан Микола, зовсім скоро до нашої студії. Долучиться Владислав Валінський. Ми вас вітаємо, що ви сьогодні з нами. Безумовно, головна тема – це будівельне свавілля в Одесі під час карантину, але розпочинаємо ми трохи з іншого. Сьогодні зранку на розі Канатної та провулку Нахімова частково обвалилося нежитлове крило старовинного будинку. Як виявилося, будівля – пам'ятка архітектури місцевого значення. Додамо, що днями в приміщенні розпочали будівельні роботи. Гуркіт, пилюка та шматки ракушняка. Так зустрів рано колега. Чоловік дивом залишився неушкодженим. Каже, народився у сорочці. Я прийшов через 5 минут. Тоді можу бути емоції, звісно, шок. Часткове обвалення будинку сталося на розі Канатної та провулку Нахімова близько 10-ї. Триповерхова будівля – пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована в 1893 році. Нещодавно в приміщенні розпочали ремонтні роботи. Будівля городила. Момент обвалення робочі встигли вискочити на вулицю. Ну, це крило було офісне. Там раніше були офіси, довго время стояло пустим це здання, не обслужувалось, не було отоплення, там не було води. От зараз з'явився якийсь владелець, почав робити ремонтні роботи. І... Здання знаходиться, по предварительній інформації, в фонді госімущества. Передано в аренду частній компанії, яка проводила протиаварійні роботи. В ході протиаварійних робот зайшло обрушення. Місцеві давно вже остерігалися цієї будівлі. Кажуть, споруда трималася на доброму слові. Дворник предупреждав, скільки разів предупреждав, що не ходіть, подати йому влом. У нас повно в місті таких домів, де огромні тріщини, і люди живуть. А тут і ні жилі, і тріщин не було, навіть непонятно. Представник обласного управління охорони культурної спадщини розповіла, що в жовтні відомство дало дозвіл на проведення протиаварійних робіт відповідно до розробленого проєкту. Його розробило товариство «Екобу-ДК», а дозвіл отримала компанія «New Rent Property». Після того, як ми дослідимо і встановимо всі факти, як це саме відбулося, буде вирішитися питання щодо притягнення до відповідальності винних осіб. На місці події рятувальники розбирають наслідки обвалу. У зв'язку з цим провулок Нахімова і початок вулиці Канатної перекриті. Отже, це те, що було зранку та в день. А зараз ми дізнаємось, що відбувається саме у цю секунду. З нами на зв'язку наша Маша Горбунова. Маша, ми тебе вітаємо. Розповідай, яка ситуація там на Канатній Нахімова. Вітаю Женю, вітаю Аню, вітаю гостей ток-шоу «Прожектор». Як ми бачимо зараз, ділянка обвалу огороджена високим залізним парканом. І наразі на місці події не проводять роботи. Рух транспорту, до речі, також з провулка Нахімова на Канатну відновили. Нам вдалося поспілкуватися з одеситами. Люди обурені, адже вони щоденно проходили повз цієї будівлі. До речі, тут неподалік розташована школа, тож люди водили своїх дітей до школи. Дехто паркував автівки обабіч дороги. І одесити розуміють, з якою небезпекою вони могли зіштовхнутися. Зараз спробуємо з кимось поспілкуватися. Доброго дня. Я на роботу спішу. Добре.
А он, дивилась, чоловік з жінкою. Нікого немає. Декілька секунд. Он хтось виходить. Доброго дня. А ви не бачили, що сталося сьогодні? Ні, не бачили. А ви живете десь неподалік? Ні, працюємо. Ну, як працюємо? Що думаєте стосовно цієї ситуації? Я думаю, що це ужасно. Чому саме? Да потому что старый дом. И так допускать такого, наверное, нельзя в центре города. Тим паче, така ситуація не тільки тут спостерігається. Що думаєте стосовно того, що от в місті не застосовують необхідні заходи, аби убезпечити життя одеситів? Ну, я, чесно говоря, в такі питання не задавався, я вам не можу відповісти. У мене поки своїх питань вистачає, щоб ще смотрети на мене. А вам самому не страшно проходити от повз будинки в Одесі? Адже от майже все в аварійному стані, як виявляється. Ну, а хто должен за цим смотреть? Напевно, влада міста, правда? Ну, може бути. А може, є ще частні дома, за якими повинні смотреть і собственники. Я думаю, що це діло кожного, напевно. Запускати чи не запускати. Это лицо города, и, наверное, нужно его держать в порядке. Дякую за вашу думку. Гарного вечора. Спасибо. А он також хтось йде зараз. Спробуємо поспілкуватися. Доброго вечора. Добрий вечір. Що скажете стосовно ситуації, яка от відбулася? Ну, а що я можу сказати? Ви тут працюєте десь неподалік? Ні. Живете, може? Ні. А часто ходите цією дорогою? От і рідко. Я вас зрозуміла. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви часто ходите цією дорогою? А вон чоловік, погуляє собаку. Доброго вечора. Скажіть, часто ходите цією дорогою? Да, я сусід. Ви це... бачили ситуацію, яка відбувалася? Ні, було на камерах видно в цьому, ну, в промишленому тут знято. Що думаєте стосовно такого аварійного стану будівель в центрі міста? Що така небезпека на досвіті? Ну, як і все у нас в країні. Розруха. Никто ничего не делает, только пока ему этому невыгодно финансово, все. Поэтому все в таком состоянии. Я вас разумела, дякую за вашу думку, гарного вечера. Ну, наразі така ситуація на місці події. Не знаємо, коли почнуть розбирати ці завали і коли продовжать роботи. Студія. Машу, ще одне питання до тебе. Казали сьогодні, що декілька днів тому там десь на дорозі був обвал якийсь. Чи бачила ти, чи дійсно він там є? Да, зараз я вам його покажу. Жені, будь ласка. Як я розумію, мова йшла ось про цей обвал. Ось він розташований неподалік паркану, який недавно ось звали. Щоправда, не знаю, він з'явився внаслідок обвалу чи до того, як це все відбулося. Його також от огородили залізними трубами. Я гадаю, напевно, мова йшла саме про цю. Маша, ще одне питання до тебе. Чи є там зараз люди, які контролюють, аби ніхто не наближався до будинку? І ми розуміємо, що вулиця, вона є відкритою, все ж таки люди там ходять. Ми бачили навіть з твого стріму це. Чи є людина якась, можливо, хоча б одна, яка контролює цей процес? Ні, ми не бачили нікого, хто б контролював, що відбувається, адже ну, дуже багато людей, які проходять повз, вони підходять ближче, роздивляються, фотографують, знімаються. І я розумію, що вони наражають себе на небезпеку, але ніхто не контролює цього процесу наразі.
Дякую тобі, Маша Горбунова, наша кореспондентка, власне, з місця події, з місця обвалу будівлі, який трапився сьогодні на Канатній біля провулку Нахімова. Ну, масштаби ми бачили з попереднього відео, так? І дійсно подейкують, що напередодні цього обвалу було помічено обвал дороги. Він огороджений, ми побачили це з відео, і начебто є якийсь зв'язок. Хотілося б почути думку наших гостей. До речі, до нас також долучився вже Владислав Балінський, голова ГО «Зелений лист». Ось ваша думка. Чи можуть бути причини саме в тому, що там певні обвали пов'язували з діяльністю КП «Теплопостачання», що начебто там щось не допрацювали? Ну, може бути. Ну, я єдине, що розумію, що це процес не скоротечний. Тобто, це здання просідало постепенно, і очевидно, що було помітно по трещинам. Друге діло, що до цього нікому не було діла. Як правило, такі обвали виникають саме в результаті просідання фундаменту. У нас фундаменти в зданиях достаточно мелкого залегания, есть здания вообще без фундамента фактически, поэтому да, подмывание грунта, оно приводит к просадкам, и действительно похоже на то, что здесь именно из-за фундамента это все произошло, потому что именно несущая часть, угловая часть здания рухнула вниз. То вы, как активисты, знали, что будівля у плачевному стані? Я не знал. Я, более того, состояние этого здания мне неизвестно было до тех пор, пока оно рухнуло. Я вам больше скажу, может, вы будете удивлены, в подобном состоянии находятся сотни зданий в городе Одессе, именно потому что известняк – это материал, который, в общем-то, неплохой, но в случае подмокания он очень быстро теряет свои свойства. И если мы посмотрим даже на памятники архитектуры, мы сплошь и рядом увидим вот эти текущие крыши, неорганизованное водоотведение с крыш. В конечном итоге ливневые воды, которые даже организованно отводятся с крыши, но подтекают под здание, они постепенно могут вызвать проседание фундамента. Але навіть Маша зауважила, що там дійсно поруч є і школи. Зараз карантин, дійсно людей не так багато, тим не менш вони є. Якщо навіть дивом, страшно уявити, що дивом, що ніхто не постраждав насправді. Дійсно, якби це був ранок, йшли школярі, студенти, які також там навчаються близько. Чи ось ми казали про мапи щодо дерев, коли в нас був буревій. І лише постфактум робимо це. Ну, можна казати про те, що зараз буде створена певна комісія постфактум вже по таких будівлях, хоча, ну, ні для кого не секрет, що вони в нас на кожному розі є. Діло в тому, що вот это здание, оно является трехэтажным. Я хочу сказати, що якщо б этажное здание було б вище, вот ті люди, які ми бачили на відео, як вони убігали, убежати, вони б не успіли. Тому що чим вище здание, тим більше пятно обвала, і тим швидше воно рушиться. Тому, дійсно, це чудо, що ніхто не пострадав. В тому випадку, розумієте, знаете, сейчас дело в том, что срок вот этих вот прочности зданий, за которыми никто не смотрел, работы противоаварийные не проводились, они уже на подходе. Поэтому мы действительно все чаще и чаще будем сталкиваться вот с такими серьезными проблемами. К тому же я хочу сказать, что непродуманная застройка в черте низкоэтажной застройки, когда строят большие высотные здания, загоняют сваи абсолютно без учета примыкающих строений. А на самом деле такие изменения, они могут вызывать в том числе подвижки грунта и тоже как-то влиять на соседние строения. Знаем, что сегодня Лилия была на месте події, спілкувалась с местными жителями, они хвилюются за свое життя и здоровье. Да, я сегодня как раз получила звонки от жителей, которые... То есть нам всем сообщили, что там нежилой дом, что там нет жителей, и, собственно, не о ком беспокоиться. И тут я получаю звонок от жителей, говорит, помогите, потому что мы не имеем никакой информации, мы не понимаем, что происходит, безопасна ли вторая часть дома, тобто, примыкающая. Частина не житлова, частина житлова. Абсолютно. Там общая стена с этим домом, который не жилой, с частью дома, который не жилой, и остальная часть — это жилой дом, в котором живут семьи с детьми. И это трехэтажный дом, там достаточно большое количество семей. И я, естественно, выехала на место, и меня в большей степени интересовал вопрос безопасности нахождения тех людей, которые остались в этом доме. И я обратилась к руководителю ЖКХ, департамента ЖКХ, и пригласила ЖКС,
Портофранковский, водоканал и, собственно, все службы, которые должны были дать ответы на все вопросы. Мне удалось пообщаться с представителем арендатора или собственника, если так условно говорить. Мне удалось пообщаться с подрядчиком, и как раз жители говорят о том, что они достаточно подошли ответственно к реконструкции. Они проверили все разрешительные документы, они изучали проектную документацию на реконструкцию. В принципе, я поддерживаю их, что никто не был против того, чтобы спасти это здание, отреставрировать и, собственно, сохранить его целостность. Ну вот произошло... Чого не врахували тоді, якщо такі власні проєкти... Ну вот, опять же, со слов жителей, понятно, что заключение дадут компетентные организации, проектные эксперты, экспертизы и так далее, почему именно произошел обвал. Жители говорят о том, что они общались со строителями и говорят о том, что перекрытия были сгнившие полностью. И, собственно, когда они приступили к разборке перекрытий, собственно, это произошло. Но, опять же, представитель собственника опроверг эту информацию, они как раз ссылаются на то, что там проходит большегрузный транспорт, потому что где-то рядом идет стройка, то, о чем говорил Влад, и, собственно, вот этот перекресток, грузовики заезжают на тротуар, идет сильный такой хлопок съезда с тротуара, и они чувствовали вибрацию здания. Но, опять же, это со слов подрядчика, со слов застройщика. И говорят о том, что именно вчера произошел обвал в асфальте, в дороге, с тем, что было подмывание коммуникаций. Каких теплосетов? Тобто и подмывание коммуникаций, и той факт, что там великовантажные фуры рухались. Ось це все могло зіграти ось таку ключову роль, и мы побачили цей обвал. Ну, ви понимаете, але це ж питання не одного дня. Ну, абсолютно, абсолютно. Я абсолютно согласна с тем, что десятилетиями никто не прилагал никаких действий к тому, чтобы хотя бы там, технически поддерживать это здание. Там люди во дворе, они делали необходимые работы, они как раз мне и сказали, что они меняли все коммуникации, связанные с водоснабжением и канализацией, а здесь речь идет о теплоснабжении. Ну, то есть я не могу сейчас конкретно, и жители не могут с технической точки зрения дать абсолютно четкое заключение, по какой причине. Это совокупность. Я абсолютно согласна, что застройка города, центра города влияет на движение фундамента, движение. Ви знаєте, головне зрозуміти, чи безпечно знаходитись у цьому будинку, чи не може далі піти. І це у мене був головний вопрос. Мені обіцяли до кінця дня, що буде проведена експертиза ГСЧС совместно з представителями строїтельної академії, які мають на це ліцензію і, собственно, проведуть і дадуть заключення, обійдуть всі квартири і всі парадні і посмотрять. Тому що жителі говорять о том, що трещини пішли у них в квартирах і в парадних. І здесь необхідно... Чи не здається вам, що логічніше було б на цей час розселити людей? Опять же, вопрос я задала, що будемо робити, якщо експертиза покаже, і вона має бути саме сьогодні, не завтра, не післязавтра. Але поки я не отримала відповіді, жду дзвінка. Експертиза, якщо покаже, що не можуть знаходити, не повинні знаходитися там люди. І мені сообщили, що, звісно, будуть розселяти. Вопрос, куди у нас опять буде рішатися, вероятно, в ручному режимі, як це обычно відбувається. Але зараз главное получить ответ, потому что, опять же, когда я туда ехала, мне вообще сказали, что там нет на балансе у ЖКС-а Портофранковске ни одной квартиры. А когда я приехала на место, люди показали, что они платят СДПТ ЖКС-у Портофранковске. И здесь вот для меня первоочередная задача и вопрос стоит сегодня о безопасности тех людей и семей, которые там остались жить. Безумовно, давайте юридичную оценку почуем, пані Ірино. Ну, смотря чого, з яким дійством. Стосовно людей, що... зараз все ж таки хвилює безпека тих людей, які залишаються у будинку. Чи можуть вони вимагати розселення? Лише з огляду на результати комісії зможуть це робити? Чи вже зараз вони, хвилюючись за безпеку свою, своїх сімей, можуть вимагати від міськради якісь певні дії? Ну, на сегодняшний день нет никакой, кроме их опасений, нет никакой уверенности, нет никакой почвы для того, чтобы говорить о расселении. Я думаю, что в условиях карантина, наверное, это тоже не самый хороший для них вариант. Потому что все-таки, и я не знаю, опять же, даст ли согласие полиция, потому что, возможно, из этих семей кто-то должен находиться на карантине и карантине в обсервации. Может быть, кто-то с кем-то контактировал.
Поэтому сейчас, с учетом новых изменений в законодательстве, этого сделать будет невозможно. Давайте пока рассчитывать на хороший вариант. Если уже вариант будет плохой, и это будет аварийное жилье, то у нас есть специальный порядок, который признается жилье аварийным, и тогда людей на какое-то время расселяют. Но вы представляете, это шок для тех людей, которые мало того, что остались сейчас на сегодняшний день без работы, но большинство остались без работы. Второе, что они потеряют возможность находиться в том помещении, в том квартире, в которой они привыкли, и когда-нибудь, возможно, им Одесский горсовет что-нибудь выделит вместо этого аварийного жилья. Но это практически нереально. Зная целенаправленность, как говорится, наших местных властей, то говорить об этом не приходится. Я хочу сказать, что в любом случае, даже если что-то будет действительно аварийное, они должны не забывать самое главное. А название, запомните, собрать все документы того застройщика, точнее не застройщика, а того арендатора, который на сегодняшний день уже год как арендует это помещение. И вот это то лицо юридически, которое должно отвечать, во-первых, перед государством, потому что это государственное имущество. Я сегодня проверила по реестру, фонд госимущества в прошлом году заключил договор аренды с этим ООО New Red, что-то там. В общем, три слова. В общем, какое-то предприятие, которое взяло в аренду на 5 лет этот объект и, наверное, что-то там планировало делать. По закону об аренде государственного и коммунального имущества, в данном случае государственного имущества, арендатор должен возместить все убытки, которые он непосредственно причинил своими действиями. А то, что он нанял таких ребят... А там всего которых... на 5 лет был договор? Да, всего лишь на 5 лет и договор. И за 5 лет не собирались полностью реконструировать здание? Я не знаю, что они планировали. Они его специально обрушили просто. Ну, я вам хочу сказать, что есть разные нюансы. На 5 либо лет, 20%, потому, да. Потому что они, я не знаю, вообще по закону о аренде земли они не имели права сделать это без аукциона. Если они сделали, возможно, это без аукциона, но это все должны уже правоохранительные органы выяснять, то тут будут другие вопросы уже к собственнику и директору этой компании. Здесь есть один нюанс. Кроме того, это памятник архитектуры, я извиняюсь. Я тоже знаю, я к этому сейчас дойду. Вот, они на 5 лет взяли, и вот сейчас я видела дозвел, проверила сама по реестру, у них есть только дозвел у этой вот компании. Может быть, вы попросите редактора, чтобы я не коверкала название предприятия, пусть уточнит. Так, все равно, за вас. New Rent, что-то такое. Так вот, они взяли дозвел только на установку забора в нашем ГАСКе. Пока. Только забора. Поэтому я пока, честно говоря, не знаю... Ось мы зараз заборы бачимо. Да, я пока не знаю, о какой, честно говоря, реконструкции, реорганизации говорил в том числе сегодня представитель Департамента охраны культурной спадщины. Но, наверное, они что-то делали, что-то давали им разрешение. Я бы на месте тоже правоохранительных органов обратила на это внимание, какие дозволы и на что они давали. Но согласовали вот. Проект, судя Самое главное то, что именно эта компания, там единственный учредитель и единственный директор этого предприятия, несет полную ответственность и финансовую, и административную, если посчитает необходимым привлечь его к административной ответственности. Я додам назвать все компании New Rent Property. Да, New Rent Property. И вот этот, получается, руководитель и собственник очень любопытно. Я для себя сегодня отметила, когда забила по ю-контролу этого человека, он является сыном владельца ресторана «Палас Дель Мар» у нас в Одессе. Поэтому, я думаю, уже родственные связи ему смогут помочь восстановить и компенсировать и государству все убытки, и тем людям, которые живут рядом. Ірина, щодо компенсації, це може бути в тому випадку, якщо дійсно з огляду на комісію буде зрозуміло, що саме діяльність цієї компанії спричинила обвали. Якщо, наприклад, був підмив дійсно вод, як зазначали попередні спікери, або інші якісь причини, ось фури там начебто їздять. І... Я вам хочу сказати, це дуже хороший момент. Я дуже внимательно слідила за тем, что скажет сейчас Лиля. Потому что очень важно, когда изначально сказали сотрудники, из-за чего это произошло, и потом, как начали другие менять свои, как бы скажем, пояснения, это очень важный фактор. Потому что если на сейчас будет проведена техническо-строительная экспертиза, и на ней будет установлено, что именно они из-за неправильной замены балок вот этих несущих конструкций это все обрушилось, тогда полноценная вина лежит на собственнике этой компании, кто является арендатором, собственно говоря. То, что он нанял какую-то подрядную организацию, это он уже будет дальше разбираться с подрядной
подрядными организациями. Может, они страховали объект, может, еще страховали риски. Это их вопросы. Но то, что этот собственник вот этой компании из трех слов должен будет возместить убытки и государству, и вот этим страждущим, которые живут, ну так получилось, живут они на Канатной 5, вот, и если там им придется куда-то переселиться и так далее, или сделать капитальный ремонт в их доме, чтобы это не делал город за свои средства, а может быть город сделает за свои средства, а потом взыщет с этой компании, это уже другие вопросы. А сейчас, я думаю, у них очень важный момент. Сейчас у них в течение суток будет момент принятия максимальных решений, договаривания со всеми для того, чтобы экспертиза была другая, для того, чтобы людей оставить опять... Чи є зумовлені строки, коли мають бути результати... Экспертизы? Да. Ну, опять же, смотрите, это же все зависит от того, кто как отреагирует. Для того, чтобы провести такую экспертизу, я считаю, что на сегодняшний день уже необходимо было городской власти на это обратить внимание и либо написать заявление в правоохранительные органы для того, чтобы это было в рамках уголовного производства, потому что фактически, слава богу, что не было на сегодняшний день никаких смертей, потому что если было бы смерть, сразу бы возбудили уголовное производство. А так, на сегодняшний день есть там косвенные признаки, я вижу, допустим, уголовных правонарушений, которые говорят о том, что знищение, допустим, майна, чужого, виренного майна, в данном случае это виренного имущества. Может, фактовое дело они сами могут вот. Сейчас, опять же, это все зависит от того, насколько это будет, примет общественный резонанс. Если примет общественный резонанс, тогда наше следственное управление, может быть, все-таки решится и возьмет на себя такую ответственность. Вот, для того, чтобы открыть уголовное производство. Дякую. Давайте почуємо народного депутата. Як ви, пан Микола, можете посприяти і вплинути на цю ситуацію? Ну, первое, я хотел поблагодарить вашу телекомпанию за приглашение. Я считаю, что вы единственная телекомпания в городе, которая дает возможность высказаться представителям разных политических сил, разных взглядов. При этом вы не ставите никаких условий для прихода на эфир и не лимитируете спикера, вы действительно даете всему спектру высказаться. Во-вторых, я пользуюсь... Во-вторых, я, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить и присутствующих, и всех одесситов, всех, кто любит наш город, с наступающим праздником. Завтра большой праздник для всех одесситов, день освобождения Одессы от фашистских захватчиков. И я думаю, что, несмотря на все проблемы, все негаразды цього часу, я думаю, что все одесситы этот праздник отметят. Что касается вот данной ситуации, я думаю, что действительно ей, по идее, должны заниматься правоохранители. Для этого не нужно никакого заявления. Правоохранители, когда они хотят, прекрасно возбуждают фактовое дело по факту обрушения, разрушения государственной собственности. Я думаю, что вопросов в этом плане может быть достаточно много. Но у меня, навскидку, из того, что я слышу, я не так разбирался детально, вот как коллеги по эфиру, но если компания берет на 5 лет такое здание, 5 лет — это очень маленький срок для имущества, такого имущества в аренду, и берется за его реконструкцию. То есть она как-то это собирается отбить. За 5 лет такую реконструкцию, это фактически эта реконструкция, это больше, чем новое строительство здания такого аналогичного метража в другом месте. То есть явно в этом есть какой-то вопрос. Была ли это ошибка, был ли это умысел? Я думаю, что должны разбираться. Я ни в коем случае не говорю, что это был умысел. Возможно, там и действительно был подмыв, там вот то, что там у нас подпочвенные воды и так далее. В любом случае, я считаю, что правоохранители должны дать в этом вопросе оценку. Пока этого не будет сделано, любые заявления, я считаю, в данной ситуации будут политически мотивированными, какие-то персонифицированные обвинения будут политически мотивированными. Должна быть сделана экспертиза. Правоохранительные органы, их не надо никому приглашать, не надо писать заявление. Чего город будет писать заявление? Город скажет: это не моя собственность. Пусть пишет фонд госимущества. Город так и говорит. Собственник по идее должен его написать. Если вы говорите, что действительно было, ГАСК давал разрешение только на забор, а управление по охране памятников сказало, что они давали разрешение на реконструкцию, то это уже, как говорят, для следователей это уже есть возможность для встречных там показаний, исключений и так далее. Поэтому я думаю, что давайте не будем торопиться, дадим
возможность правоохранителям отработать. А что должен, мне кажется, в этой ситуации сделать город, опять же, по своей инициативе, потому что это граждане города, это действительно посмотреть реально, без, вот то, о чем говорит депутат горсовета госпожа Леонидова в отношении того безопасности граждан. И сделать свои выводы и дать соответствующие рекомендации. Действительно, несмотря на карантин, потому что я думаю, что большинство людей сейчас волнует именно вопросы карантина, всего, что связано с пандемией коронавируса, всего, что связано с тем, что огромное количество людей лишилось на сегодняшний день дохода. Я думаю, их это волнует в первую очередь. И все прекрасно понимают, что власть на сегодняшний день, у нее эта задача номер один. Другой вопрос, что она занимается этим больше на словах, а не в реальном, ну, как бы в реальном действии. Вот я сегодня присутствовал на сессии областного совета, где депутаты действительно приняли справедливое решение о том, чтобы доплачивать медикам, которые участвуют в борьбе с пандемией коронавируса, средства из областного бюджета именно для этих медиков. Но если посмотреть на действия государственной власти, там, допустим, обладминистрации, то, по идее, должны были быть направлены средства из госбюджета. Нас собрали 2 недели назад, изменения в бюджет, изменения в бюджет тема, до сих пор не прийняты, никого это... Я привел этот пример не для того, чтобы перевести тему, а для того, чтобы показать, что нет особого движения. Вітаємо вас. Алло, кажіть. Алло. Алло. Добрий день. Вітаємо. Так, слухаємо вас, скажіть, будь ласка. Ви слухаєте, да? Я можу говорити? Можете. Алло. Так, скажіть, будь ласка, ми слухаємо. У мене к вам є такий вопрос, якраз к дню освобождения города. Я би хотів спросить вас. Вот на улице Советской Армии бывшей, в самом начале, где памятник Малиновскому стоит, там были раньше, садик был огражден цепями. Вот мне бы хотелось знать, куда эти цепи подевались, куда они исчезли. Ведь по словам старожил, эти цепи помнят еще Бабеля. Дякую за ваше питання. Там даже был момент, что с памятника Малиновского воровали доску памятную Малиновскому, и мы ее восстанавливали вместе с коллегами-депутатами. И та доска, которая на сегодняшний день стоит на памятнике, это восстановлено уже нами в 2015 году. Це не предмет сьогоднішньої дискусії. Давайте все ж таки до нашої теми. Ще не чули Павла Кириленка, будь ласка. Ну, дивіться, якщо про сам будинок, то, наскільки є інформація, я її зустрічав у вільному доступі, цей будинок був зданий в оренду благодійному фонду ще в 2014 році. Потім цей благодійний фонд передав в оренду якійсь компанії, яка припинила існувати, не платила оренду, потім передали оцій вже компанії, яка зараз. Політехнік не платив оренду. Політехнік, да, благодійний фонд. Тобто, в принципі, такі речі, вони відбуваються, вони вже апріорі відбуваються, коли... Общественна організація. Коли проходять якісь певні такі схеми. А, тобто тут вже, очевидно, треба звернути увагу, що є якісь і корупційні складові. І, звичайно, цим повинні займатися правоохоронні органи. Але я хотів би сказати, в принципі, про інше. Це ж у нас, ну, просто не можна от на одному приватному випадку взяти і докопатися до істини. Потрібно дивитися, власне, глобально на ці проблеми. А глобально... У нас що, перший раз в Одесі випадки, коли людям на голови падають балкони, коли падає ліпніна. Слава Богу, цього разу ніхто не постраждав. Навіть були люди, які встигли просто втікти. Ви знаєте, це вже навіть не балкони. Це вже так, будівлі повноцінні. А з кожним днем, тобто, ситуація загострюється. Так само, як і з тими пожежами, які в Одесі відбуваються. З кожним разом все масштабніші і трагічніші події відбуваються. І проблема, в принципі, в тому, що Одеса потребує комплексної масштабної реновації, власне, перебудови, реставрації. Кожен будинок в нашому місті, він потребує окремої паспортизації. Мають бути висновки експертів, архітекторів, що потрібно з цим будинком робити для того, щоб він залишався і для того, щоб він був безпечний для життя громадян.
Власне, у нас... Але це поки що, знаєте, лише слова. Конкретні дії, саме від вас, як представника Свободи в Одесій області. Конкретні дії, я вам можу сказати, ми буквально півтора місяця тому ми проводили збір експертів на цю тему, і ми говорили про реновацію Одеси не тому, що от нам хочеться Одесу зробити кращою, так? А тому, що це небезпека для кожної людини. Політична сила або громадський діяч, чи організація громадська, вони можуть, поки вони не є при владі, вони мають актуалізувати якісь проблеми і тиснути на владу, вимагати якихось змін, наприклад, до законодавства, якщо вони необхідні, або вимагати від влади певних дій. А що у нас робить влада? У нас влада має певну там програму, значить, реставрації історичних будівель. Але суть цієї програми заключає, полягає в тому, що вони займаються банальним косметичним ремонтом. Вони просто фарбують фасади, вони там щось підмальовують, щось шпакалюють, грубо кажучи. В результаті вони не вирішують, вони не вирішують проблеми аварійних будинків. Зараз перервимося, почуємо думку телеглядачки Катерини, дуже довго чекає, а потім повернемося до вас. Катерина, слухаємо вас. Здравствуйте. Я проживаю по вулиці Середня, 59. И наш дом в аварийном состоянии, стоит на подпорках. У меня лично в квартире, я живу на первом этаже, упал пол вниз. Просто у нас там воды подмывают. Мы куда только не обращались, и в администрацию президента, и на телеканалы звонили. Просто нас все игнорируют. Вот что нам делать? Вот куда? То есть вплоть до того, что у нас люди уже съезжают на квартиры, а сейчас в карантин снимать квартиру. Сами понимаете, но это вообще уже. То есть почему власти никуда не смотрят? То есть всем на нас наплевать. А залишіть, будь ласка, свої контакти. Ми передамо, хто готовий взяти на себе. Лія Леонідова береться за вашу проблему. Я думаю, ми як общественники теж. Цей дім, дійсно, я його хорошо знаю, я вирос в сусідньому домі. І тут неважливо, яка політична сила допоможе. Головне, аби був результат. Спасибі. Микола, чуємо Артема. Касательно этой ситуации, у нас, к сожалению, весь исторический центр города в ужасном состоянии. Это визитная карточка нашего города. Каждое лето к нам приезжает море туристов, и они видят с каждым годом, что Одесса исчезает. Я считаю, что новые власти, которые выиграют местные выборы, должны взяться за эту проблему, и должна произойти, по сути, масштабная реконструкция исторического центра города. Не так, чтобы это вот у нас Пушкинская, Ришельевская, по фасаду все покрасим, все сделаем, оно красиво. Это должна быть настоящая реконструкция. Мы должны зайти внутрь каждого дома, убедиться, где какие проблемы, и реально это сделать. Я понимаю, что это непросто, это проблема уже, которая много лет, но уже от нее некуда деваться. Мы уже не скоро могут... Є це певною утопією, з огляду на те, що лунала навіть така думка, що реставрація подекуди, вона коштує значно більше, ніж навіть побудувати щось нове. Ну, посмотрите, у нас є пример Тбілісі. В Тбілісі произошла реставрація, реконструкція історичного центру города, коли був президентом Саакашвілі, і все нормально. Так, то есть Лилия. Пример есть. Вы знаете, мы сейчас говорим вот в данном случае о памятнике архитектуры. Неважно, национального значения, местного значения, культурного значения и так далее. Мы говорим о том, что вот такие здания, которые, собственно, подтверждают и делают привлекательность истории Одессы, мы должны сохранить. В любом случае, городская власть должна сохранить. Для этого есть механизмы. Если речь идет о аварийном жилье, которое не представляет историческую ценность, там необходимо действительно рассматривать системно, стратегически развитие города кварталами, да? Потому что мы знаем, Молдаванка, там уже 90%, наверное, аварийных домов. И я уверена, что у нас ни один профильный департамент или управление не владеет точной информацией, сколько же у нас на сегодняшний день аварийных домов. Мы знаем только по той ситуации, когда отменили неуплату СДПТ, и наоборот, ее внедрили буквально там год назад, и мы знаем только эту ситуацию. То есть действительно я согласна, что здесь... Необходимо не в ручном режиме управлять, вот обрушился, а побежали, что-то делаем, а системно и стратегически понимать, каким образом город должен реагировать на, вот, на аварийное жилье. Дійсно, и его, попереджати такі ситуації. И его с каждым годом все больше звінок, и больше. Телефонує Володимир, мы вас вітаємо. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, слухаємо.
Да, это то, что трагедии происходят такие, это, конечно, страшно. Но надо просто возвращать, как раньше было. Как раньше было, были фонды, специально создали единые фонды. Не вот эти разбазаривания на каждых 100 организаций или 1000 организаций ничего не дают, которые... Вот. Я хочу сказать еще вот просто еще два слова. Во-первых, ну, хорошо, я то пропущу, я скажу только два. На Мечника улице висела доска мраморная. Часто люди проходили и гордились этим. Там учился Королев. Мраморная доска. Ее взяли, уничтожили. Ну ладно, это те, которые там Жукова доску уничтожили, вандалы эти. Это ладно, это и грош цена им, конечно, и с них это, как говорится, Бог спросит. А я говорю за именно за Королев. Что помешал Королев? Телефонний дзвінок. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, ми сьогодні говоримо про будівлі здебільшого, так? Це те, що наразі дуже загрожує життю наших громадян, одеситів, не лише про пам'ятки, про пам'ятники. Так, Владислава, ви хотіли? Потім, мені кажеться, ми, в общем-то, всі забуваємо один факт. Во-первых, дійсно, це пам'ятник архітектури. І по всім пам'ятникам, якщо це пам'ятники національного значення, особливо существует определенная процедура реставрации данных памятников. Как минимум, необходимо согласовывать эти действия с Министерством культуры. Вот этот вот документооборот, который, в принципе, очень интересен с точки зрения коррупционной составляющей, почему-то вот о нем все забывают. Это первое. Второе, необходимо понимать, вот видите, на данном примере мы видим, насколько государство плохой собственник вообще, плохой хозяйственник, потому что здание, извините, которое государственное, здание имеет статус памятника архитектуры, и здесь какой-то арендатор разрабатывает научно-проектную документацию для реставрации этого здания. Но это нонсенс, понимаете? Это до такой степени нелогичные действия, что об этом говорить даже не хочется. А теперь, если взять в целом о памятниках архитектуры, существует очень серьезная проблема. В Одессе эти памятники никому не нужны. Они единственное, кому нужны, это человеку, который хочет купить это здание, его разрушить и на его месте построить что-то другое. К сожалению, получается это не всегда. Именно потому, что есть закон о наследии, культурном наследии, которое это делать не дает. Именно поэтому с такими памятниками постоянно происходят какие-то вот непонятные случаи. Вот что там далеко ходить? Посмотрите на здание, памятник архитектуры, который находится прямо напротив мэрии. Оно же уже 10 лет за баннером, там же здания нет, оно обрушается. Таких зданий даже не сотни. Если я помню, то речь идет о более 1000 подобных строений, которые были приняты когда-то под охрану государством. Есть охранные забовязания, которые кто-то несет. Человек не может, по сути, даже поменять там штукатурку на этом здании. Необходимо научно-техническую согласовывать документацию, научно-проектную документацию, и потом ее согласовывать либо с министерством, либо с органом охраны, которым является обладминистрация. Так вот, проблема, которая стоит в Одессе, это проблема глобальная, потому что, с одной стороны, мы хотим сохранить лицо Одессы, лицо города, с другой стороны, мы должны понимать, что Одесса вся сыпется, и для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы кто-то был заинтересован в этом сохранении, потому что просто так взять и отремонтировать все здания, извините, так это все деньги мира, это никто за это не заплатит. Поэтому надо собственников каким-то образом заинтересовывать. В принципе, существует нормальная тенденция европейская, когда собственник памятника архитектуры, если позволяет на то технические возможности, позволяет, это согласуется с соответствующими
специалистами, в частности, с органом охраны. Когда достраивается мансарда, если это легкие конструкции, она прячется внутрь здания. Таким образом, по такому пути пошли многие города мира. Просто это должна быть комплексная программа. Что же мы получили в прошлом году? Да, мы получили заинтересованность. У нас, в принципе, уничтожен полностью институт реставрации. Господин Тарпан превратил это в индустрию бизнеса, уничтожил специалистов, позахватывал эти памятники архитектуры. Потом, что мы увидели? Мы увидели, что инициативу перехватил господин Галантерник, который начал получать эти финансы и под видом проведения реставрационных работ проводили просто фасадные работы, при этом закладывали 300% рентабельности. Вот о чем надо говорить. Потому что завтра мы столкнемся с сотнями и сотнями подобных случаев, а механизма у нас нет. И вот опять же, смотрите, мы говорим о памятниках архитектуры. Да сейчас здания строятся на оползнеопасных, на оползневых склонах. Вот я могу сказать, пространство на 12-й. Пространство. Кто-то видел этот дом? Он висит на склоне, а на склоне тут же 20 метрами ниже болото. То есть это метаморфизированный склон, где подпочвенные воды выдавливаются уже. Они расчистили лотки и призывают людей, покупайте у нас здание. Кто-то хотя бы посмотрел, что это оползневой склон. Мы говорим о старых зданиях, которые сыпятся, которым там балконы попристраивали, они все попадают. Тут вот новое строительство, которое вообще на голову не налазит. А ми, воно вже приречено з початку свого будівництва. Дійсно, Павло, у вас була репліка. Ну, дійсно, якби влада, місцева влада, не думала про те, як якісь пам'ятку архітектури через якісь схеми вивести, потім домовитися з власними компаніями, сателітами, забудовниками, для того, щоб взагалі ту будівлю зруйнувати і побудувати на її місці нову. Або якби влада не думала про те, як просто займатися дійсно косметичними ремонтами цих фасадів, то влада би розробляла місцева, і це потрібно робити, тому що інакше у нас тільки буде усугублятися проблема з цим. Мало потрібно розробляти реальну програму реновації. Реновація – це не лише реставрація. Реновація – це, наприклад, дійсно є будинок, пам'ятка архітектури, він цінний, він важливий, але його стан дуже критичний. Тоді залишається лише фасадна стіна, але все інше, весь внутрішній двір, там фундамент і так далі, повністю все перебудовується. Але не виганяється висотка, там якась свічка, а будується фактично новий будинок, але при цьому зберігається зовнішній облік. Вже набагато кращий, але такий, що в цьому будинку ще можна сотні років далі мешкати. Так от, є купа прикладів світових. Є там берлінський варіант, є пражський варіант, є пітерський варіант реставрації і реновації міст. І вони ефективно працюють. В тому числі є досвід європейський, коли розробляються законодавчо такі програми, коли відповідні будинки передаються інвестору. Інвестор виконує під наглядом держави, звичайно, для того, щоб там не побудували свічу якусь. Але при дотриманні законодавства інвестор фактично перебудовує всю внутрішню частину будівель цілими кварталами, дійсно це відбувається. І сьогодні ми, якщо поїдемо в Європу, ми побачимо, що у них 20-30 років тому, особливо у східній частині Європи, там в колишньому радянському таборі, там теж такі самі були проблеми. Як спілкувати на місцевому рівні, робити те саме? Ну, бачите, дуже серйозна є проблема з законодавством, яка у нас законодавство ще у СССР, яке не дає можливості дійсно ефективно вирішувати цю проблему. Але місцева влада могла би сама ініціювати ці зміни законодавства. Вона би принаймні могла по мірі своїх можливостей вже щось робити і такі програми напрацьовувати. Як змусити, я не знаю. Я знаю, що якщо влада цього не робить, якщо ми системно бачимо то пожежі, то руйнування будинків, то, відповідно, стає питання, що цю владу потрібно просто міняти. Ми живемо в демократичній країні, у нас вибори відбуваються щонайменше 5 років на рік, і просто люди повинні робити висновки. Дякуємо. Я думаю, давайте переходити до другої частини нашої програми. Програми будемо говорити про будівництво, яке триває в Одесі, незважаючи на карантин. І з цієї секунди ми ставимо таке питання, кого карати за будівництво під час карантину? Будівельників або ж забудовника?
Ми знаємо, так, зараз вам надамо слово, знаємо, що тривають будівництва і на 13-й станції фонтану, на 10-й, на 14-й, на 16-й. Ну, давайте, я у нас є дзвінок, зараз а потім... Зараз почуємо дзвінок. Олександр з нами на зв'язку. Олександр, вітаємо вас. Дякую, добрий вечір. Ребята, тут главный вопрос, почему падают дома? Потому что подвалы, фундамент подмывается. Сейчас очень много подвалов сдали в аренду. И если раньше подвалы были сухие, там печки были, отопление, то сейчас многие фирмы ставят себе там туалеты, проводят воду, канализацию, а все сделано с ракушника. Одесса строила с ракушника, в том числе и фундамент с ракушника. Я сам с этим сталкивался. Он набирает потом в себя воду, эту трубы текут, вот эти водопроводные, канализационные, и все это рушится. Поэтому надо обязательно укреплять фундаменты. И, кстати, вот Павел Вениаминович действительно говорил, что там где-то 1.5-2 месяца назад собирала «Свобода» целую конференцию, и там вот эти вопросы обговаривались полностью. И насчет фундаментов, и насчет крыш, которые текут и потом падают все вот эти вот фасады. То есть это очень важно действительно обговорить, но главное технически как решать. Вот если был бы укреплен фундамент, то все было бы хорошо, ничего бы не рухнуло. Поэтому, конечно, или службу какую-то создать, или хотя бы вот общественную организацию, чтобы коллективно решали, собрались, провели какую-то конференцию. А вы уже, ребята, со своей стороны, я имею в виду 7-й канал, вы уже заинтересуйтесь, вот снимите такие важные моменты. И дай бог, чтобы все было хорошо. А насчет склонов вот этих, вот я не смог дозвониться, когда Матковский вот был, предыдущая передача, это очень опасно. Это все едет в море. Тем более ученые уже говорят, что ближайшие там год, два, три сильное землетрясение должно быть на Черном море. Вот Матковский об этом сказал, там был. Это очень опасно. Вообще надо запрещать, чтобы не строили. Это ж перегружают склоны, и все это поедет вместе с людьми. Представляєте собі, скільки це може нанести? Залякувати одеситів землетрусами. Спасибі, почули. Дякую за вашу стурбованість. Так, ми переходимо до нашої другої все ж таки теми. Говоримо про незаконні будівництва. Мало того, вони тривають навіть під час карантину. Да, вони продовжують свої роботи на время карантину. Я дождался 6 апреля, когда вступило в силу постановление Кабинета министров 255 об ужесточении карантина, и воспользовался этим моментом и поехал на наши склоны. Так как это является рекреационная зона, я посмотрел, что людям нельзя там находиться, и решил проверить, а можно ли там находиться строителям, и как они вообще выполняют карантинные нормы. Я пришел, увидел, что все без масок, количество людей превышает явно 10 человек, вызвал полицию и спросил, почему они здесь находятся. На что я получил ответ, мы не знаем. Я им показал постановление Кабинета министров. И тут они, естественно, начали сразу звонить кому-то дальше. Под напором общественности мы все-таки заставили... Начальнику. Наверное, под напором общественности мы заставили их все-таки пройти на объекты. Были перепалки у нас с застройщиками, со строителями. Все-таки мы зашли на некоторые из этих объектов, на Калипсо, Графа Моря и Ля Мэр. Составили акты. На следующий день мы приехали вместе с полицией, выгнали все эти три скандальные стройки. И вот я узнаю вчера вечером, что кабинет министр вносит изменения в постановление 255 об ужесточении карантина. И оказывается, теперь с стройкам можно работать на время карантина. Все. Я так понимаю, что после нашей активной деятельности застройщики активно начали проводить беседы с кабинетом министров, и наш уважаемый кабинет министров разрешил работать строителям. Так давайте, может, разрешим работать не только строителям, может, пусть уже салоны красоты тоже открываются. Это какие-то двойные стандарты, понимаете? Мы зашли на эти объекты, у людей нет масок. Во-первых, у них нет ни договоров, то, что они устроены там официально на работу. Я вот сегодня общался с полицией, я сказал, ребята, если я завтра приду и увижу, что они там неофициально трудоустроены, я опять буду звонить вам и буду вас заставлять разбираться. Вот завтра у нас будет очередной рейд, и мы будем проверять, капают ли денежки в бюджет, или это все опять куда-то уходит. И почему вообще так происходит? Для меня это большая загадка. В стране жесткий карантин, каждый день по телевизору нам рассказывают, не выходите из дома, сидите дома, не общайтесь, не ходите, но стройки работают, пыль летит людям в окна, люди
сразу, естественно, обозлены, набирают нас как общественников, мы начинаем разбираться. И вот такие вот двойные стандарты, они, к сожалению, везде. Так, зараз чуємо ще один телефонний дзвінок. Ірина Михайлівна з нами на зв'язку. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка. Добрий вечір. Я, може бути, немножко опоздала, извините. Живу я... Да, ну тема у меня одна, такая, как вы рассматривали с начала вашей передачи. Живем на военном городке, который находится на третьей станции Фонтана напротив телестудии. Значит, у меня конкретно, не только у меня, половина городка, у которой обрушены балконы снизу. Значит, этот городок строил еще брат Николая II. Это исторический памятник. Значит, после того, как случилось... ситуация на моем балконе, мы огородили место падения балкона и всю эту картинку вместе с фотографиями несли сначала в ЖЭК на палубный, а потом в ЖСК Черемушки. Были, писали в департамент коммунального хозяйства, что кто-то приехал, потому что без вышки, без специалистов сделать здесь не только мой балкон, понимаете, ну и балконы во всем этом городке. Это тема. Вот я смотрю на ваших гостей, которые очень красиво говорят. Я все время смотрю вашу программу. И сегодня просто решила посмотреть. Они очень красиво говорят. Но конкретно, какая схема, кому обращаться? Если главный инженер Черемушек, даже СК Черемушек, конкретно мне сказал, мастер его сказал, ждем, пока обрушится, окончательно, понимаете, там бегают дети. Потом соседи сняли эту ленту красную, которую мы огородили, потому что мы боимся, он может в любой момент обрушиться. Никакого дела, никакого мастера. Главный инженер Черемушек, ЖЭКа Черемушек, посмотрел и сказал, у нас половина города. Ну и пардон, если такое отношение к главному инженеру, а то сидят люди, которые, в принципе, являются их руководителем. Скажите конкретно, что делать нашему? У нас есть ОФСНД, которые ничего тоже не делают. Кому обращаться? Вот что я должна делать со своим балконом, который рушится вниз, и когда-нибудь кого-нибудь, пардон, вы понимаете, не дай Бог. Дякую за ваш дзвінок. Лілія, можливо, вам відома хронологія, власне, дій людей в таких випадках, тому що розуміють небезпеку, самі вже розуміють, хочуть її попередити, але не мають можливості такої. Ну, я регулярно сталкиваюсь с такой проблемой, так как мой округ – это самый центр города, и ситуацию с балконами я знаю не понаслышке. На сегодняшний день, ну, понятно, что необходимо обращаться в ЖКС, в ЖКХ, в департамент, в управление памятников архитектуры, к депутату, который на округе. Но я прекрасно понимаю и слышу ответ регулярно, что, особенно если ОСМД, вот, по-моему, я, если правильно услышала, там речь идет уже о ОСМД. У нас чиновники, все профильные департаменты управления говорят о том, что это приватизированное жилье, уже частная собственность, особенно если ОСМД, и мы не имеем никакого отношения и основания, собственно, оказывать какую-то помощь. Я понимаю, что по закону это не так, что город должен был, обязан передать ОСМД дома после капитального ремонта, но люди приняли на баланс, и поэтому это дает им основание говорить. На сегодняшний день, что касается ОСМД, то они должны пройти все процедуры, которые проходят при реконструкции балкона либо дома, памятника архитектуры, включая Министерство культуры и так далее. Я понимаю, что это невозможно. Я обращалась по некоторым адресам, и у меня есть такой опыт. Если, опять же, оставьте номер телефона, я обязательно свяжусь, расскажу. У меня есть опыт на Екатерининской, 24, где внутридворовой флигель памятника архитектуры уже практически обрушился. Мы договорились с управлением охраны памятников культуры с тем, что они возьмут на себя полностью разработку технической документации, экспертной оценки. И, собственно, это достаточно большая сумма денег. И после этого совместно с людьми, совладельцами примут участие в реставрации. Поэтому здесь, наверное, нужно идти таким путем. Я вам честно говорю, что город не возьмет на себя 100% работ. Более того, балконы, они сейчас говорят, что если квартира приватизирована, это относится к приватизированной квартире, и, собственно, это ваши проблемы. Но пути решения возможны. Опять же, оставьте номер телефона, мы поработаем, посмотрим, что можно с этим. Так, зателефонуйте еще раз, залучить свои контакты, но балкон – это совсем окрема тема, и, думаю, безумно, нужно зупинитися на ней. Ну, я не знаю, хочу
хочу уже подытожить со всеми этими полуразрушающимися памятниками. Хочу сказать, что вот коррупционная составляющая городская, она очень сильно влияет на состояние инвестиционной привлекательности в городе. Однозначно. То есть город, городская власть — это клуб по интересам, по коррупционным интересам. Именно поэтому город крайне не заинтересован в привлечении инвестиций, в том числе частных инвесторов. Вероятно, эти здания надо просто отдавать, просто дарить человеку, который придет и скажет, я хочу что-то сделать, я хочу его построить, восстановить его в первоначальном виде. И это будет очень дорого стоить. Вероятно, надо ему просто дарить или продавать за 1 гривну. Но для этого... Слово, есть такие пожающие, но там такую сумму выставили. Речь идет не о коррупционных схемах, под которые пытаются, получив здание, потом его снести для того, чтобы построить что-то другое. Речь идет о нормальных, честных схемах, конкурс. Но конкурсные пропозиции. Конкурсы я могу привести массу примеров, где это не работает. Я знаю, что можете провести. Вот вы в Верховной Раде створить нормальное законодавство для того, чтобы можно было можно контролювать. Можно, было бы желание, выход, политическая воля должна быть. Чтобы руководство города было заинтересовано в сохранении наших достопримечательностей, а не просто там продать, раздать. И к слову, область здесь ведет себя ничуть не лучше. Все областные структуры, организации точно так же стараются закрываться для того, чтобы деребанить все, что возможно. Поэтому если мы что-то хотим сделать для города, значит, это должна быть конкурсная основа, открытый конкурс, пропозиции и так далі. Тогда возможно что-то изменить. Так, є з нами на зв'язку ще один наш телеглядач Елла Володимирівна, як підказують наші режисери. Слухаємо вас. Добрый вечер. Будьте любезны, вы как раз говорили о строительстве на 13-й там фонтана. Я проезжала мимо, там стоят милиция, людей не пропускает, стройка идет вовсю. Значит, вот у меня вопрос еще такой. Сейчас во всех, ну вот в округе, я живу на Черемушках, в нашем округе очень много домов ведут ремонты квартирные. Вот, в частности, в нашей парадной. Ребят набирают все ближайших, ну, как говорится, шабашники, да. Они могут принести любую болезнь, и никто не будет знать, откуда она взялась. Они целыми днями бегают вниз, вверх, таскают мешки с этим делом. На все это наплевать буквально. Но главное, что нам не разрешают вот даже к морю выйти. Пожалуйста, штрафуйте по 17, по 20 тысяч. Ну, людей, которые собираются компаниями, выпивают, закусывают. Но погулять возле моря, подышать не с внуком, например, или самой. Это почему же ребенок должен сидеть дома? Что, собака лучше, чем маленький ребенок? Я не могу понять, почему собака... Спасибо вас за ваш дзвінок. Щодо ремонтних робіт, в принципі, справедливе зауваження, коли йдеться про чужих людей, які дійсно перебувають в будинку. Так, щодо карантину... Але якщо якісно робиться... Це то, що ми говоримо. Ну, я хочу сказати, що імунітет тих шабачників, він гораздо вище, ніж цих одеситів, які сидять вдома і думають, що вони найкрутіші. Це отак от між нами. На вихідних поліція стояла реально, не пропускала людей. А строительні машини, я знімав це на камеру, заїжджали спокійно. Когда я подходил, почему строительные машины заезжают, а обычные люди не могут, полиция сразу от меня отходила подальше. Ну, начали делать, згідно чинного. А у них, они служебные работы там ведут. Я говорю, раз служебные работы, покажите, что они там официально работают. Это все, сразу уходят еще дальше. Замкнутое поле, разумею, Ирина, так. Так, я хотела сказать об одной важной детали, которую вот говорят коллеги. О чем они говорят? О том, что нет законодательства, создайте законодательство, нет контроля. Так вот, я хочу сказать, что в Украине на сегодняшний день достаточно законодательства 100%. Для того, чтобы контролировать. И первое, передачу в аренду какой-то фирме, которая недавно создалась на 5 лет, здание, я так понимаю, аварийным оно было и в прошлом году. Да, было. То есть это же не то, что оно так раз и стало аварийным. Это первое. Второе, у нас есть в этой схеме, вот именно вот эта схема, которая именно с этим домом, она просто идеальная. Она настолько отражает Одессу и все, что тут творится. Не только Одессу, я говорю, но и про областную тоже власти. Потому что, смотрите, в этом вопросе задействован первый арендатор, вот этот счастливчик, который арендовал на 5 лет. Второе.
наш департамент культурного наследования облгосадминистрации, господи, наследование, облгосадминистрации, которая якобы сегодня представитель сказал, что давали на что-то разрешение, на что непонятно. Третье, городской ГАСК, потому что это городской ГАСК давал разрешение, ну то, что я видела, дозвол только на установку забора пока. Не ГАСК, архитектура выдает разрешение на установку забора. Там был дозвол под... Это же нарушение благоустройства. Да, это нарушение благоустройства. Архитектура, но я имею в виду департамент города. Дальше. Потом смотрите, у нас балансоутримывающим государственное предприятие. Это Одесский морской торговельный порт. Тот, кто сдавал в аренду, арендодатель, это фонд госимущества. И еще, так как это памятник архитектуры местного значения, они должны были, ну, во-первых, в департаменте получить, еще согласовывать с Киевом проект. Итак, то есть, как минимум, мы насчитали уже 6 государственных органов и органов местного самоуправления, которые должны были согласовать то, что они там строили. Так, а в чем моя проблема законодавства? Никакого ответственного законодавства. Тому що моє питання в тому, хто відповідатиме. Так от, ответственный должен, если он за эти сутки не успеет со всеми договориться, ответственным должен быть вот этот счастливчик, который арендатор. Потому что он берет на себя ответственность полностью за это здание. Тем более за здание с ним должны были заключить в том числе охранный договор. То есть, если это здание памятник архитектуры местного значения, то должен быть охранный договор. То есть, кто-то за это здание отвечает головой. Магия не означает, что Евна. Конечно. Евна, еще один телефонный звонок. Чуем его. Добрый вечер. Скажите, будь ласка. Катерина Олексіївна, ми до вас звертаємось, кажіть. Немає телефонного дзвінка, так, будь ласка. Дозвольте, да. От, дуже часто доводиться чути, що у нас насправді чудове законодавство, у нас якраз є органи, які все повинні це контролювати. В тому та й проблема, що у нас купа контролюючих органів, які видають купу різних дозволів, і... через це якраз такі проблеми і виникають. Ну, по-перше, якщо це навіть пам'ятка архітектури, це вже схема здавати її в оренду. Потрібно чітко в законодавстві так і прописати право віддати цей будинок, якщо він в аварійному стані, віддати його інвестору, який його перебудує, який залишить його архітектурну цінність, при цьому зробить його депутатом, хто вам заважав написати таке законопроєкт? Я багато написав законопроєктів, і я був народним депутатом всього 2 роки. І мало. Так що... Знаєте, то навіть, можливо, за місяць можна встигнути. Знаєте, от ми дійсно проводили 2 місяці тому зустріч експертів по темі реновації, і ми напрацювали конкретно по пунктам, які зміни до яких законодавчих актів так потрібно внести. Так напишіть, передайте пані Миколі. Так, ми готові передати свої пропозиції любому депутату. Людина телефонує з мобільного, витрачає кошти. Надія Олексіївна, наскільки я... Катерина Олексіївна, вибачаюся, з нами на зв'язку, чуємо її. Добрий вечір. Да. Я тоже обращаюсь, я уже как Александр. Ребята, что я хочу сказать? Значит, очевидно, должны быть такие жесткие прописанные договоренности, чтобы ни у кого не было шагу назад. Вправо-влево расстрел. Думайте, у нас же целая академия юридическая, ребята. Вот и все. Дякую категорично, але справедливо. Самое главное упирается в исполнение. Законы могут быть разными, хорошими, плохими. Но самое главное, вопрос в человеческом факторе. Главное, чтобы те или иные законы, они просто выполнялись. И самое главное, у людей было понимание неотвратимости наказаний. Если ты идешь на какую-то схему, на какой-то договорняк или на что-то еще, то обязательно ты должен знать, что рано или поздно любой правоохранительный орган к тебе все равно придет, и тебе придется отвечать за свои поступки. В нашій країні на сьогоднішній день цього нету просто. Я, вибачаюсь, таке твориться. Я просто коротко відреагую. Закон, якщо він не виконується, це означає, що він прописаний нечітко. Це означає, що в цей закон закладені підводні камені, які може мати різне трактування. Кожен може цей трактувати закон по-різному. Окрім того, це означає, що може бути купа підзаконних актів, які будуть суперечити цьому закону. Так от, насправді не буває такого. Якщо б закон був простий, чіткий, зрозумілий, то він би виконувався. А те, що
у нас закони не виконуються, це так, це система, яка зроблена свідомо для того, щоб були різні стандарти до різних учасників законодавства. Тобто для когось закон будуть трактувати по одному, а для когось зовсім по іншому. Да ви що? От в цьому і проблема. Закони саме головне виконуєте, ви починаєте з себе. Ну, а що ж виконувати, якщо він не є зрозумілий і чітко прописаний? Друзья, ми я говорим... закон виконую. Да? Ми говоримо о законах, да? Ну, от смотрите, сейчас була постанова Кабміна, да? Потом почему-то в нее начали вноситься изменения. Когда вносятся изменения в закон, либо размывается основная функция закона, да, дополнения различные вносятся. Мы этих потом дополнений имеем там десятки и сотни. Посмотрите, у нас сейчас в нардепах сидят большинство депутатов, которые лоббируют чей-то бизнес. Поскольку строительный бизнес, это был какое-то время такой, знаете, в авангарде шел, поэтому там большинство лоббистов-застройщика. Вот мы сейчас обсуждаем тему застройки побережья, да, рекреационных зон. Это же не потому, что застройщики плохие. Да, пожалуйста, стройте на здоровье. У нас есть масса мест, где необходимо вкладывать деньги и строить жилье. Надо. Но не, это же не повод, чтобы застраивать рекреационные зоны, прибрежную территорию, пляжи, парки и так далее. Это нахал, это называется нахал-строй. Так вот, именно лоббисты, обратите внимание, вот этот объект Ле Мэр, это же не просто объект. Это объект, который застраивает бывший нардеп, господин Зюбин. Зубик. Который застроил, между прочим, еще и историческую часть Львова, разрушив памятники архитектуры там, историческую часть Киево-Печорской лавры тоже начал. Там, если открыть, посмотреть на это предприятие «Интергалбуд», там уголовных дел заведено столько, сколько, ну, очень много. То есть вот вопрос. Человек, который является лоббистом, будучи нардепом, он возглавлял группу, постоянную депутатскую комиссию по строительству. Сейчас давайте посмотрим. Варда Плюс, то, что строят. Уж не Леонов там имеет непосредственное отношение. Чкаловский, господин Ваврыш, который перекупил. Лучший друг Богдана в администрации президента. И о чем мы говорим? Что какие-то общественники придут, поставят всех, заставят отжиматься, и полиция придет и остановит эту стройку? Но это смешно, ребята. У нас действует законодательство, которое позволяет застройщику делать все, что хочет, но законодательство, которое говорит о безопасности, безопасности, в том числе экологической безопасности, в том числе техногенной безопасности, у нас вообще не действует. Вообще не действует. У нас территории превращаются в свалки. У нас побережье, которое тратились миллиарды денег, долларов на строительство этой берегозащитных сооружений, сейчас просто превращается в строительную площадку. Спасибо вам. Чем еще один звонок? Олена телефонует. Витаем вас. Алло, здравствуйте. Так. Да, можно говорить? Можно, кажись, слухаемо. Здравствуйте. Ну, хочу поблагодарить Михайлика за его огромный труд и его команду, за то, что они делают для города. Но, к сожалению, ребята, что же нам делать дальше? Вы посмотрите, город просто изуродован, города нету, нет уже центра города, нет Аркадии, нету Аркадиевского плата, склонов вообще нет. Вообще, если построить Ле Мэр, это просто... Это изуродует город окончательно. Во-первых, вся эта канализация будет болтыхаться в акватории пляжа. Мы раньше шли по этим склонам, спускались к морю, дышали травами, дышали этой уникальной степной зоной. Сейчас мы будем подниматься в 40 градусов жары и просто дышать испарениями бетона, стекла, пластика. А потом мы удивляемся, откуда берутся непонятные, неопознанные вирусы, откуда мрет такое количество населения. Посмотрите, что у нас творится в Одессе и в Одесской области. Люди просто умирают от онкологии. Одно из первых мест по онкозаболеваниям по всей Украине. Это уже не жемчужина у моря. Вы понимаете, такие как Труханов и наши, как говорят, вот сейчас очень грамотно говорили о наших депутатах, они превратили жемчужину у моря в кусок говна у моря. Ну, дякуємо посмотрите. Вам за дзвінок. Спасибі. Давно слово просить Микола Скорик, потім Артема. Ви знаєте, от, я думаю, що потрібно, от я послухав, о чем говорили другі учасники ефіру, от буквально несколько коментарів і там своя точка зрения. Первое. В отношении, вот на сегодняшний день у людей главная проблема – это карантин и все, что связано с эпидемией.
Если люди видят, совершенно я согласен с женщиной, если она живет на 12-й станции Фонтана, и она видит, что заезжают строительные машины, она не может пойти с ребенком, это говорит о неадекватности власти. С точки зрения защиты от коронавируса не сделано ничего при закрученных жестких запретительных мерах. Мы не можем гулять. Вот я привык бегать там на трассе здоровья. Я не могу побежать по трассе здоровья, потому что если какой-нибудь полицейский там сделает потом видео, как там народный депутат Скорик нарушает собака карантин, бегите. Будет кипиш до неба, как в Киеве ловили этого пловца там 10 человек. В отношении пляжа. Вот действительно, я в отличие вот от многих наших людей, которые называют себя активистами, вот ребята, я действительно о них слышал, они действительно занимаются реально, вот тот, что называется активист, это человек, который в свободное от основной работы время за свои деньги пытается решать какие-то общественные проблемы. У нас активисты — это люди, которые за деньги могут остановить ту или другую стройку. А если им дать денег на встречу, то они эту стройку трогать не будут. Если вы посмотрите, как они трогают стройки избирательно, то именно с теми, кто не рассчитался, или с теми, кто как-то на эту ситуацию иначе смотрит. Я считаю, что ситуацию надо решать ну, системно, потому что, допустим, та же ситуация с пляжем. Вот я, допустим, считаю, что на пляжах должна быть инфраструктура. Для этого должны быть соответствующие там вещи, но главная проблема наших пляжей, я одессит, который здесь там, во многих поколениях, я тут вырос, проблема не в этом. Проблема в том, что у нас нету, в принципе, бесплатных пляжей. Доступа то есть доступность нет. Воде доступа. У нас, да, есть. Вот если для меня Аркадия, вот, допустим, по поводу аллеи есть разные версии. Допустим, я считаю, что это не самый плохой вариант того, что могло быть аллеей, основной аллеей в Аркадии. При том, что мне бы, допустим, больше нравилось то, что было, но это не самый плохой вариант. Но пройдите в Аркадии от центральной аллеи, пройдите там до бывшего ресторана «Калькутта». Вы не увидите море, потому что все застроено капитальными строениями, и никто их совершенно не собирается убирать. Они не имеют никакого отношения к рекреации. Допустим, та же Ибица, ну, хоть она как-то можно ее объяснить там, как пляжный комплекс. А дальше там совершенно другие вещи, о которых никто не говорит. Если вы, вот сегодня коллеги говорили многие о том, что нужно разработать программу эту, нужно разработать программу ту. У нас достаточно, я полностью согласен, у нас достаточно возможностей законных, если хотеть, для того, чтобы реализовывать контрольные меры. Когда говорить о программах по финансированию, то для этого должно быть вот финансирование. То есть откуда брать эти средства? Очень хочется там восстановить все. Откуда брать эти средства? Проблема в том, что этот вопрос не решается системно с точки зрения увеличения городских доходов. У города деньги валяются под ногами. Я вам приведу маленький пример. Вот меня заинтересовало. Я как автолюбитель хотел подъехать ближе к Дерибасовской. В Красном переулке шлагбаум. Мне говорит, выходит бабушка, говорит, сюда, если вы хотите заехать, 40 гривен. Дает мне непонятный квиточек. Я, как народный депутат, обращаюсь к городскому совету с вопросом, сколько же платит этот арендатор парковочного сбора? А я знаю, что парковочный сбор платится с квадратного метра, что там обсуждается количество паркомест, то есть дается... Как вы думаете, сколько платят за эту территорию? Порядка 24 тысяч гривен в год. Вот чтобы вы поняли масштаб того, что происходит. Откуда могут взяться деньги, если у нас льготы получают? Льготы. То есть из чего состоит городской бюджет? Городской бюджет состоит из дохода на налога на доходы физических лиц, из налога на землю и парковочного сбора. Это три основные... Единый налог. Это три основные. Сейчас еще добавился акциз с продаваемого алкоголя. Если не собирать налоги, если давать... То есть этот вопрос системный. Вот наше шоу, я считаю, вот я уважительно, при том, что есть люди, с которыми у нас прямо противоположная там точки зрения, но, допустим, тот же господин Кириленко, я его уважаю за позицию, она у него есть, в отличие там от многих людей, которые в принципе ее не имеют. Вопрос в том, что должен быть системный подход. От того, что мы здесь сотрясем воздух на ток-шоу, и как бы дальше ничего не произойдет, люди уже за последние годы, людям обещали в 2014 году, что вот, в абсолютно незаконный способ, давайте снесем власть, и придут честные, настоящие, 6 лет прошло, они говорят, не, ну это
потому что вот те были не совсем честные, а вот сейчас давайте еще придут потеснее и так далее. У нас дуже мало часу должен быть системный подход, должна быть реальная альтернатива власти, потому что у господина Труханова, у него очень грамотные пиарщики. И когда господин Труханов делает себе вид, что он незаменим и что кроме него быть не может, а если не будет его, то вместо него придут националисты, которые там все зачистят под ноль, вот это то, на чем играет как раз, у него, еще раз повторюсь, у него очень грамотные пиарщики, и они такой имидж у одесситов и создают, что давайте потерпим Труханова, ну, он чуть-чуть украл, чуть-чуть не доработал, чуть-чуть еще не сделал, но он наш пацан, он за нас, он в погонах капитана, он будет хоть за нас стоять. Делает, а что-то не доделают, так это же не он виноват, это виноваты его окружение, которое там его обмануло или что-то еще сделало. Или общественное. Должен быть коллективный такой конструктивный подход у всех. И я еще раз повторюсь, я очень благодарен за то, что вы даете возможность всем высказаться. Да. Первая позиция, вот говорим про продажность некоторых активистов. Я не спорю, наверное, где-то что-то есть, не хочу никого обвинять, но я думаю, что вот нашу команду Спильном это нельзя в таком обвинять, потому что мы, наверное, были на всех объектах этого города у разных компаний, и у нас нет никакой предвзятости, нам люди обращаются, мы идем, проверяем. Есть ли проблема, мы ее изучаем, помогаем. Если все законно, нет проблем, работайте, мы дальше проверяем, ищем. И сейчас я хотел бы еще сказать, сейчас у нас карантин, людям непросто, еще мы не знаем, сколько он продлится. Говорят, до конца апреля, говорят, до конца мая. Я хотел бы обратиться к телезрителям, ко всем нам. Давайте помогать пожилым людям, людям, которые не могут сейчас работать. Мы вот, наша команда организовала программу «Нагодуй ближнего». Хочу обратиться к телезрителям. И если вам нужна какая-то помощь, заходите на нашу страничку в Facebook «Місто майбутнього спільна мета», обращайтесь, и мы будем реагировать, помогать. Мы каждый день больше, чем 500 обедов развозим, кормим скорую помощь всю в Одессе и будем помогать. Вот обращаюсь к всем телезрителям, находите нас в Facebook, пишите, мы реагируем, будем помогать. Дякуємо. Давайте ще Лілію почуємо. Ну, не могу не я короткую реплику. Абсолютно соглашусь с тем, что городской бюджет недополучает достаточно большое количество средств. Это касается не только парковок, это и аренды тимчасових споруд, 25 гривен с квадратного метра получает город и так далее. То есть абсолютно четко, что необходимо системно пересматривать подход управления городом и принимать меры, и тогда найдутся и средства, и мы увидим качественные изменения, а не количественные, которые там через месяц обрушаются. Что касается ситуации с карантином, хочу сказать, действительно, вы знаете, я в очередной раз увидела такое сплочение жителей Одессы и волонтеров, и активистов, и политиков. И сейчас действительно важно не думать о том, что какая политическая принадлежность или так далее, а помогать и делать так, чтобы те люди, которые сегодня остались в достаточно сложной ситуации, это и одинокие матери, это и люди с инвалидностью, это и пенсионеры и так далее. И мы должны все сплочиться и помогать, и я... Да. Говорю вам спасибо за это. Ну, а что касается забудовы, то, к сожалению, карантин дал возможность сейчас бесчинствовать. Ну, давайте подякуємо Миколі Скорику за те, що завітали. Спасибі. Народний депутат від опозиційної платформи «За життя» вирішив достроково залишити нашу студію. Це його право. Ми ще будемо 2 хвилини, будь ласка. Я закінчила, тому що... Так, Владислав, була репліка. Ну, вы знаете, мне очень дивно слышать обвинения активистов, общественников, потому что, ну, как минимум, друзья, ну, это такое общество, да, вы депутаты, у вас есть граждане ваши, и вы должны уметь слышать в том числе и критику, это во-первых. Во-вторых, ну, так, наверное, если застройщик дает деньги активистам, ну, наверное, он знает, за что он дает. Значит, не все так чисто с документами, потому что, извините, ну как это так? Налицо преступление, да, фактически вымогание взятки, вымогательство, да, и полиция не может это зафиксировать, и застройщик идет и платит эти деньги. За что? Ну, значит, наверное, надо не строить на холстрой, и тогда никто не будет приходить и требовать эти деньги. Потому что первое, как я уже сказал, проблема не в активистах и не в общественниках, которые пытаются своими вот этими рычагами хоть что-то сделать, а проблема в тех депутатах, которые лоббируют на самом верхнем уровне те или иные строительные объекты и лоббируют застройку в том числе. Теперь, что касается парковочного сбора. Немає часу. Вчера было заседание суда.
которая, где судили представителя, руководителя парк-сервиса. Это разбирательство длилось, наверное, уже 2 года. Парк-сервис предоставляет уменьшение скидок, там, я не знаю, кому он захочет. Это коррупционная составляющая, исключительно коррупционная составляющая. Пляжи — это коррупционная составляющая. МАФы — часовые споруды. Это личный бизнес господина Янчука, который зарабатывает и приносит в кармашек, ложит и Геннадию Леонидовичу, и всей партийной верхушке миллионы. Миллионы. Владислава, дякуємо вам. На жаль, немає часу. Заключне слово Ірині надамо. Спасибо большое. Я хочу сказать, что действительно, без системного подхода, без порядочных людей и в нашем городском совете, и в исполкоме, мы не сможем ничего в Одессе создать, отремонтировать, отреконструировать или отреномировать, допустим, неважно, как это будет называться. Вот, потому что деньги действительно в Одессе есть, и проблема только в том, что деньги в городской бюджет, если и поступают, то они не используются таким образом, как, допустим, они могли бы быть. Я на прошлой неделе, помню, тоже где-то на канале выступала и говорила, что сейчас очень хорошо, сейчас очень многие люди звонят в студию и говорят о том, что вот, допустим, я пенсионер, у меня нету денег, я не знаю, как выходить, мне нельзя выходить в магазин и так далее. Вот, и вот хорошая была бы инициатива, я просто не знаю, когда там ближайшая сессия, обсуждалась ли этот вопрос вообще, о том, чтобы некоторые программы, не знаю, там по укладыванию плитки где-то возле какого-то очередного здания прикрыть, а эти деньги пустить, например, на какие-то продуктовые пайки для малоимущих семей, хотя бы какие-то самые необходимые первые необходимые. Дякую, город вам, делает уже в этом часу, отношении уже, достаточно. Зараз мають бути вже новини. 20 секунд, Павле, 20 секунд. Мы бачили, як на початку березня, так, наша місцева влада з дозволу уряду вводила карантинні заходи. І дійсно, якщо говорити про забудови, то компанії, наближені до мерії, вони собі дозволяли будуватися. Інші виконували закон. Це подвійні стандарти, яких не можна допускати, але все ж таки, я вважаю, що ця постанова уряду, яка зараз все ж таки дозволила всім проводити будівельні роботи – це позитив. І будемо сподіватися, що все ж таки в найближчому часі, можливо, на початку травня чи всередині вже завершиться цей карантин, тому що все, з іншого боку, не можна допустити, щоб наша економіка зовсім зупинилася і ми залишилися на межі. Найкращий подарунок для нас буде дійсно завершення пандемії у всьому світі. Вона торкнулася, власне, майже кожну країну. І підбиваємо підсумки нашого інтерактиву. Отож, кого карати за будівництво під час карантину? Хоча, ну, в принципі, розуміємо, що зараз це робити вже і не будуть. Будівельники вважають 15%, відповідно, забудовника 80%. 5%. Так, зважаючи на нові зміни до карантинних обмежень, це питання вже втратило свою актуальність. Ми вам дякуємо за те, що ви завітали сьогодні на ток-шоу «Прожектор». З вами були Анна Полякова та Євген Салтан. Спасибі, що дивились.